Ижевске открывается клуб коллекционеров. Вступить в него может любой житель области. И неважно, большая у вас коллекция, всего пара экземпляров, или просто желание посмотреть и послушать увлеченных земляков. Первое собрание клуба коллекционеров состоится уже в эту субботу, 19 ноября в 11 часов в Кировском дворце культуры. А пока давайте узнаем у наших земляков, любят ли они собирать что-то тематическое и что это за предметы. Было ли в вашей жизни такое, что вы что-то собирали? Может быть, в далеком детстве? Может быть, это были какие-нибудь марки, фантики, не знаю, модели машин? Ну, давайте перенесемся. Конечно, мы родились в 90-х годах. Помню, собирали, марки собирали, вот эти, которые почтовые были, по этой самой делали. То есть немножечко филателисты вы. Ну, как это, я не знаю, это, наверное, было такое у всех в те годы. Да, родился в те годы. Собирали, блин. Да, у всех было такое, что собирать марки собирали там. Что там еще собирали? Там? Старинные монеты собирал я. Такие вот советские монеты собирал я. В те времена. Ну. А помните самую такую, может быть, дорогую или ценную монету? Какая была в вашей коллекции? Серебро. Серебришко? Да, серебряные монеты. Где взяли? В Дагестане, у нас в горных районах. Там раньше бывало в каждом доме эти серебряные монеты всегда бывали. То есть это либо достались от предков, да, либо находили что-то? От предков доставались, да. Монетки коллекционировал, когда подростком был, да. А монетки какие, наши или... А все, что попадется. Знакомые, когда уезжали за границу, я просил, чтобы они привезли оттуда. Ну, так собрал. Самая ценная монетка в вашей коллекции, помните, какая была? 1905 года 5 копеек. В Российской империи. Где она сейчас? А у меня дома. Лежит в буклете. То есть коллекция цела? Да, цела. Она пополняется сейчас? Очень редко. Это уже так. От случая к случаю. Солдатики, наклейки. Что еще? Модельки машины. Так, много всего. Так, солдатики. А солдатики какие? Любые? Просто вот советского производства. Зелененькие такие? Нет, другие получше. Там всякие были. Рыцари, там, ковбойцы, индейцы, типа такого. Так, а наклейки какие? Наклейки. Из жвачек или откуда? Нет, которые продавались в культоварах. В наше время и в жвачках не было еще наклеек. А фантики от жвачек наклейки собирали? Фантики от жвачек, да, играли на них. Вот у нас мужчины рассказывают про значки, про марки. А мне вот интересно, что женщины-то у нас коллекционировали? Ой, вы знаете, наверное, фантики. Фантики от конфет. Вот это было. И от шоколадок. Вот раньше были очень красивые такие вот оберточки у конфеток, у шоколадок. И вот у меня были такие коробочки из-под конфет. И вот там вот все вот это вот складывалось. Ровненько, наверное, да, приглаживали? Да, 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 да. Вот так вот проглаживала от шоколадок вот эти вот фантики. И вот так вот все складывала. Они были очень красивые. А потом как-то я вырезала картиночки из этих фантиков и приклеивала в фотоальбомы. Вот сын, когда был маленький, интересные вот такие украшали картиночки. Украшала вот этими вот. Замечательно. Вот до сих пор в альбоме вот эти вот картиночки мне наклеили. Были жвачки турбо раньше, бумер. Вот все эти фантики, да, машинки я собирала, мне нравилось. Машинки? Да. Что, машинки? Ну. Они зверюшки? Ну, зверюшки были от киндеров, все это самое. Но потом все как-то у меня братья это все поломали, поэтому фантики понятно, были интересны. У вас есть братья, поэтому фантики с машинками. Да, поэтому мне нравилось, не знаю. Но киндеры тоже были в вашей жизни? Да, конечно. И крокодильчики там всякие, все это только не было. Бегемотики? Бегемотики, да, все. Пингвинчики еще были, да, да, я помню. Да. Все это было, мне нравилось. Но потом, как оказалось, маме убирать же полочки. Меня заставили, убирай сама, либо это самое, складывай в ящичек. Ну, потом это начало ломаться, и все исчезло. Молодость и марки коллекционера, а так ничего больше. Так, ну а марок много было? Да, два альбома были коллекционера. Самые значимые для вас марки там? Ну, там, может быть, да, с животными, не знаю, с какими-то объектами архитектуры, с чем? С машинами. С машинами? Машины там разные марки были, вот это меня интересовало. Когда я еще был маленький, я начал собирать значки. Не марки, к сожалению, потому что, а именно значки. Начал со спортивных и с Владимира Ильича Ленина. Так они дома остались на родине, до сих пор там, наверное, где-то висят. А как вам кажется, вот сейчас дети современные коллекционируют что-то?
Если семье передается, я знаю, что вот те, которые дедушка или папа собирали очень профессионально марки и увлеченно, как правило, это передается ребенку, даже современным, с учетом их любви к гаджетам, даже современным. Но надо ее подтолкнуть к этому. Интересно, современные подростки что-то собирают, коллекционируют? Было в вашей жизни, что вы что-то собирали? Запчасти для компьютеров. Коллекция у меня есть. Запчасти для компьютеров? Да. Например, что это? Насколько объемная? Ну, какие-то маленькие штучки? Есть и маленькие, есть очень большие. Но не на полке куча, допустим, есть коллекция коробок, коллекция запчастей отдельных. Неожиданно, а у тебя? Нет, я ничего не собираю. Никогда ничего? Нет, наверное, может быть, только в детстве какие-нибудь коллекционные игрушки. Ну, например, что это было? Какие-то куклы? Ну да, там из киндеров всякие игрушки можно. А, вот, ну из киндеров. У меня было все то же самое тоже, там из киндеров какие-нибудь штуки там. И там скрепыши, может быть, из магнита, там, не знаю. Я коллекционировала не так давно, лет 10 назад, куклы эти, фарфоровые куколки-то, да. У меня целая коллекция, 60 с чем-то штук на подставке. Ну, а так что коллекционировали? Марки когда-то коллекционировали, открытки коллекционировали. Это все было, да. Это все раньше было. Ну, так не знаю, кто что. Ну, коллекционируют люди, конечно, конечно. Я думаю, А как вам кажется, почему люди вообще начинают этим заниматься, что-то собирать? Что это за желание такое? Вы понимаете, у меня вот с чего началось. Я до чего влюбилась в эти куклы, одну купила, и потом уже как это самое, как мания какая-то. Боже, в эти киоски бегала. Там же еще было и не достать их, все это самое. Ну вот, потребовал организм, что называется. Я страстный коллекционер вин. Я коллекционирую вино, у меня в коллекции... Прекрасное хобби, прекрасное. Да, у меня около 500-600 коллег вин на данный момент находится. Вот. Есть редкие, которые среди них. То есть непочатые бутылочки? Непочатые, не открытые. Вот. Редкие, а редкие... Редкие имеются в виду. Насколько? Год. Сбор урожая, да? Сбор урожая, да. Ну, вот одна из редких 1986 года. То есть для меня это как редко, но любители и коллекционеры сомелье знают, что это не такое редкое вино, но все-таки в пределах России это считается хорошо. А у вас вина только российские или еще есть? Нет, и зарубежные. То есть в коллекции также подаренные, купленные, привезенные откуда-то. А где вы храните свою коллекцию? У вас какой-то погребочек свой есть? У меня есть специальное хранение, то есть специально отведенных местах. Все по нормам. Все присутствует. Все, у меня так последний вопрос. А что надо делать, чтобы подавить и погасить себе желание эту коллекцию опустошить? Не пить. Просто смотреть. Просто смотреть и любоваться. Да, и вытирать пыль периодически.